Носи хила добери, папа. Хилом пусть похерит с нами попается. Папа? Там не знаю, вообще папа. Он хуйню все понял. Не думал, что он захилит. Он не способен. 30 это на ком? Спасал. Что за позиция на локации? Я могу на Red Rose идти, если демона найдете. Сейчас, подожди. Триси, это БДК? А, нет. Триси, я... Саня... Да он уже пошел плащ обмывать, чего его трогаете? Кто хочет или может пойти хилом? Могу в 3 хила, но без ДЦ туда. Тут 2 мейн хила, так себе. Как Вумский может? Вумский может, да? Давай тогда искать БДК. Где взять хила? Я зайду там берег, вот, подожди. А не, подожди, сейчас серверу будет. Сейчас плюса нет, не надо уже никуда перезаходить, сейчас серверу будет. Давайте сумонить, ребят. Всех сумонили. Плоски принимаю смон. Но надо убивать трэш. Еще раз, пожалуйста. Так, пошли бить. Трэш. Стримка. Чабафа. Каску. Точно. Машуленька. Кроме счастливого, на сколько идет? Че? На сколько, кроме счастливого, есть кто-то выше? Да. Ну что, будет обломываться за сколько? А посмотрите, я написано, я и Войд. Это вам по очереди давайте сколько, да? Да, кто мне МК? Мне 5 штук осталось, машулечка мне уступит 5 штук. Скрепите. Ну, все-таки машулечки может сначала. Ей 30 нас сказали, что тут. А будет 11. Ну, если все его подаст. Да. Ставь. Тряч какой-то может. А-а-а. Счастливый тогда собирать. А, это осколки. Выше Войда просто. Я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей Фордринг. Той силой тьмы. Счастливый, поставь ДНД, чтоб тебе в ПМ сейчас не писали. Что это такое? Давай, да, сегодня второй раз на осколки кинули. Не, он не уступит, нормально. Ну ладно, его не переживай. Сань, этому счастливому отдадим уже. Ну ему 13, мне 5, у меня шлем будет.
Ну ничего страшного. Одна неделя позже, раньше. Это такое уже. Ну, он ничего не говорил об этом. Что, придется ему отдавать. Да не переживай ты, сука, все будет нормально. Прерываетесь или я прерываюсь? Слышишь, когда этот Доплер-то выступал, этот концерт у них был. Ну там, типа, что-то, ну, сбаламутили, он такой, не переживай, сука, типа, эта сказка, типа, может и Доплер быть королем, да? Да. Гулин сказал. Бизон, ты здесь? Ваня 6.2 написано. Это, наверное, друг Супер-Пупер. Стримка, напиши лучше в эту группу, то я забыл об этом. Хорошо. Сейчас это как мозг закрывает, это все делает и не будет. А че он ПЦЛК было в первом там? Все быстро понесли, да? Вайп на лечебу. Пух, нам можем перезайти этот раз, да, первый? Хламончик, а ты с пола давал звездопад совой, да? У нас на сопке. Да. Понятно. Что, какой передамажит для тебя? Сзади трэш. Ты под трэш выпил банку дикого и звездопад прожал, да? Не понял. А то я не прожимал звездопад с пула, а ждал трэша. Наверное, из этого. Блять, сзади еще. Еще, блять, сзади. Звездопад, да? Красавчик. Нет, бомбы сарыли. Ну это не я, босс. Аттус, это ты звездопад прижал или что это было? Там обыграли. Бабы подбежали. Давайте, гнев небес, кольцо льда, громовое поступь, все такое. Спарки, да, ты встанешь сейчас или нет? Панки, да. Ладно, летим, кто умер, летите. Поклонского хилите, счастливый, прожми саку, Поклонский сейчас умрет. Дайте гимн от хил. Парки, да, ты мог раньше встать и хилить? Он про тебя. Павик, он про тебя. Никто не умер. Ай, ладно, потом поймешь. С возрастом. Ну, а сколько боев с этим сурком длится, не помните? Минута 59. Две минуты. Две минуты ровно? Что зависит от меток, если их уронят, то бой будет дольше. Ну это такое. Просто если будет 2 минуты, то нет, ну, профита юзать звездопад с пола, так как 2 звездопада. А, у тебя было 3 звездопада. Ну, сам говорил, если хочешь ДПС, то звездопад у нас будет. То есть ты в трэш 0 даже думаешь. Особ на баранге говорил, что звездопад ты даешь под проки, и он выходит меньше, чем звездопад, который ты выдаешь под каждого моба. Так я тебе говорю, под проки это с пулом.
Это именно выходит меньше, чем по каждого моба на трэш. Хуй знает. Короче, в трэш надо. Дайте горн. Дайте трэш. Ты имеешь в виду, что надо давать звездопад по трэш, не с пола, верно? Ну, васап так говорил. Ну, чего не хватает? Стабав лапа. Давай, блин, собак. Сейчас я обосрусь на сурке. Не спать. Дайте столик, пожалуйста. Да, вон сзади столик стоит возле меня. Я не готов. Сейчас. Заберешь их? Поставьте ауры. Должна быть аура на дэв, сосредоточенность. Лед. Ну, вроде все есть. Чек. Не забудьте выпить духи. Келика. Дайте они не вкусные. Все готовы. Не надо духи пить, можно отравиться. Ты же мне тройной дикого, в конце концов, который. Давай, рост на спирту. Парки дед, рост. Ну, быстрее надо реагировать на команду. Хотя не, лучше пускай Тоби будет давать он их хил. А, на первом боссе не было вайпов, да? Ну, первая целка. Я что-то не буду соло танчить, да? Ты соло танчишь? Да. А счастливая ты где, кстати? Проснись, красавица. Счастливый ты там? Отбегайте. Нет, сказали в ДД идти. А кто тебе сказал в ДД идти? Давайте ген на отхил. Держи. Играйте все в метки, собирайтесь возле звездочки. Это тоже нормально, в принципе, в одного танка. А что была какая-то обнова, что уже начали то ровно, потом они по кривой дорожке начали биться. Да, мы не знаем. Заворачиваю. Давайте в шипы, да, сакры нет у нас, мастер ауру прожимайте. Что еще сказать вам? Все, наверное, отбегайте от ребра, не дамажьте его, вас не захилят. Опять шипы. Так кто тебе сказал в это ДД? Сказали, что слабый, не потянешь, я не успеков скажу. Скажи, а. Путин сказал тебе. Да. В Украине Путин с каждой бочкой затычкой. Скажи, Путин сказал, все нормально. Ну да, это Путин. Пикайся в танка тогда. Но это никому не надо. Все клавиры. Ну, суицидно заберешь. Давай, на мейн ролим. Кто там ролит? У нас в Украине. Вечно ли Путин виноват, или попередники? Кто? Это просто пиздец. Уже, блядь, 5 лет нету, они, блядь, виноваты. Да уж. Я уверхилю счастливого, блядь. Думаю, никто его не прошибает. Думаю, что клуб классный, хил. Даже не прошибает. Не, то, что захиляешь его. Нет. Блин, а почему за все это время, что мы в ЦК, тут трэш фармим, мне только одно сердечко вылезло за все время. Капец. Кто даже не заметил, что прока нет. Не могу найти этот минус. А что такое? Всех вылетело или что? Не, нормально. У меня вылетело, зайти не могу, блин. Поздравляю. О, одно... А чудесная берег один. Так ты заходи тогда.
раз тебя выкинуло. Не могу не пускать. Закрой это на полностью. Это зима, не открывай. Кэш удали, зайди снова. Я не буду на работе оставил, чтобы не ссылать. Ну ладно, ты делай работу пока. А тебе надо лезть вообще? Можем без тебя, в принципе, убить пока. Ты зайдешь, ты ж не нет работаешь. Зайду, зайду, и нет все работает, как бы ты же меня слышишь, правильно? Я вас слышу. Я думаю, откуда 95 КХП? Вот это знамя поставил. Убирайте магию защиты от тьмы. На ее не бафали. Ушел. Сейчас, когда начнется пол паладина, прожимайте божественный щит, капельку, антимагию, ДК. А, надо не спирт, трюк успеет минус. Давайте, два БДК слева, протокол справа. Бахать мы снимите. А, да, снимайте, она как оказывается кто-то бафал. Снимайте молитву защиты. Ну что, заходит у тебя? Крейзи Барлок. Нет еще. Ну давай тогда без тебя убьем леди. Ну убейте пока без меня. Тоби, поставь только тотем гнева. Тотем гнева, да, стоит уже. Бизон готов. Сроки рубит, ну может он что-то не изменит. Давайте в трэш играем. Сзади слева моб фулл хп еще. Блять, из диспельте. Суицидный диспель, проклятие маг, сам себя можешь проклятие из диспелить. Вот так факт. Тут три два моба можно ачивку делать. Какой? Полный дом, то вроде моб сейчас переродится. Чини. Давайте в трэшик. Главное в трой пати контроте там милики, первый пати хант рога там. Можно бы кто помог. Ловите танки, сейчас же будет фаза. На... Стопайте дамаг, давайте все в трэш эскейп нажали, играйте в трэш. Не успели перевести, спокойно, точечно бейте. Звездопад зря пожал сейчас, Лёш. Босса, не ждите, Сакру, давай, играйте пока в трэш, все в трэш, контрольте, вторая пара. Контроль, смотрите моба аккуратно. Ауе не раздавайте, о господи. Вспышка мщения. Билд мэйд, кабина. Тоби, два штуки. Вышло всего три духа и два поймали? Не, все три поймали. Два шамана и один Олег. Вот, нифига себе. Я не заметил духа. Столок зашел. Надо сейчас. Ну поэтому и зашел в наши задницы спасания.
пока вы сдохли. Че, все ходы не доступен, писал, и все, и как бы пошло от стены здесь. Блин, это еще плюс 10 минут к рейду. Не, не плюс 10. Плюс 7. Меня хоть бафт тьма. Ну ладно, ладно. А че, тоже взорвал духа? Я не вообще не заметил. Я ретрик убил в контроле. Это был не ретрик, а это был моб. Вспышка мщения. Ну типа там стрелы бы не выстрелили с этим, то нормально было бы захилить, там уже минус 2, минус 3 было. Ну да. Давайте кушать. Каску был. Фигурин. По паладинам тоже каску. Дай-ка каску поразбойник. Мы пока 9 минут с убийства ребра идем просто. Каску по разбойнику дайте. То всем каску нет, дайте. Каску. Экстрим. Ой. Че? Ты ж каски бафаешь, да? Шо касок нету. Экстримка бафает каски, он афкашит. Почему-то. Экстримка, ты где? Место монаре героги каску. Кому еще? Кому еще каску? ДК. Паладин. Значит, без МП5. Все равно надо подождать. Трисе, дай парочку на ап духов. А, чем это они между собой триксами меняются? Торжело готов. Спасибо. Сейчас будет никакой контроль. Встань и обрети истинную форму. Ты не в силах противиться моей воле. Ну зачем? Что там? Да, стан дали в конец. Так, я думаю, надо третьего трэша подождать, да? Как вы считаете, господа? Не, успеем после этого привести. Просто ты так говоришь, что... Давайте. Блин, хилы... Это эрдруэр, шам, быстрее диспельте. Я за контроль луны. Переводим босса, или он остался для трэша еще много времени. Сейчас будет фаза, мы сольем трэш, который появится слева.
А, вот, пошли бить. Разбегайтесь на рейндж все, РДД, хилы. Тут духа было видно сразу, где они там появляются. Там духи появились, надо бежать от них. Контроль сейчас будет. Так, контроль Америков. Так, я квадрат контроля. Блин, он прожал тени. Можно его контролить. Давайте в трэш играем. В мини-зоне два духа идет на РДД. Счастливо, забирай с меня трэш. Звездопадом задеваем, он уже на меня агрится почему-то. Бегаем от духа. Дух в мини-зоне. Захлопнет. Контроль сейчас будет. Контроль мимиков. Так, квадрат я за контролем. Почему на Джерри он навешивается не 4 секунды вихря, а 2? Он особенный. У него уже был контроль, у тебя в диминишн. Нет, это был первый контроль вихрь. Странно, правда? Диминишн это не ва. Меня убивает моб, которого я ударил 2 раза, счастливый. Бежать от духов в мидзоне. Спарки дед, на тебя идет дух. Все, веди его к воротам, босса. Контрольте сову луна. Тоби взорвал духа. Кому-то надо вещи плюс. Неизбежно. Что ты напал? Фигня какая-то. Давай найди все распыли. Плечи, роньте. Резкий как нормально. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель не 4 трая, по-моему, 2 резки. Быстрее на сумме Оргрима. Поспешите, то еще сможете его. Я первую хилил на резку. Вторую будем. Видите. Блин, ну собирать было. Наверное, было и 7 собирали раз, если добирал васапу в уделку, да? Такие типы, которые позабивали. А надо ли нам эти 7 раз? Че, кашу? Сколько людей много на нас? Или одни и те же 20 человек? Да, алло, меня слышно? Да. Че, можем после Суркару? Завтра добьем. Посмотрим сейчас, проедем. Бери пока ранец. Че ты мне, Ваня, дал? Какие-то медали пробить, какую-то хуйню. Прощайте. Какие медали? Сядьте пушку. Звездочку машоленькая. Кто-то еще там, кто последний заходил на корабль. Когда тебе давал? Не знаю, расширил квест какой-то с долины призрачной луны. Ебанная поляна, не знаю. Мешает только квест, который отправляет тебя в этой пещере времени на драконе, ладно?
Кому-то падала ракета? Цивинда. Ну, в гильдии какой-то паладин ее лутал. Но я такого не видел. Ну, в смысле, не знаю. Миллионер пойдет в Гидарк Старс. Брейн. Вдаля бейте оружейников на том корабле. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Прилетаем. Ой, кто впадло уже идти дальше. Действительно. Маг сейчас появится, надо прилететь, уничтожить его. Вообще это типа, фраза Эрела на кораблях, например, на ребре, они вообще помогают кому-то. Появляется маг, Эрел говорит, ну перелетаем. Ну это лучше, чем Эрел, он падает. Тупым помогает. Ну не знаю, ну надо как-то, что я это просто для вида говорю, что что-то было слышно во время боя. Маг сейчас появится. Надо перелететь, убить. Да ладно. Оружейники, огонь! Он тоже хилит, да? Ну да. Больше дамаги в босса. Больше захила. Бурсты на КД больше не могу. Принял. Диван кинет, засейфил. Блин, мне кажется, вообще идеальный рейд. Это где РЛ, максимум, что должен сказать, это кого БРнуть, если кто-то падает, и по команде сказать про Гим и Сакуру. Ой, я уже успокаиваю. Такие игрушки, Брейн. Чё, типа оценки попа? Ну, не знаю, но это на самом деле выгодно нам. Ты запоминаешь эти ники, кидаешь их через будущее. Мало ли они еще переобуются, потом попросятся в гильдию. А мы хорошие. Мы никогда ничего не говорили про вашу гильдию. Кому-то надо вещи сундука? Ладно. Ты там фигня, но тебе не надо. Мой мальчик. У вас разве нет аддона этого, который показывает, какой лут сразу? Там они все показывают. ТТМ поставьте по самому центру. Самый удобный аддон. Он иногда не все показывает. Мастер лут называется, наверное. Ой, ладно, отключу РК пока, чтобы мысленно настроиться на ДПС 16К. Короче, я там буду две фласки на СПД пить, они дорогие. Если мы подами, короче, даю вам напасть. Давай. Давайте бафу своей лему, потому что он падал. А почему ты решил, что мы нападем?
пройду через темный... Потому что их трэш сбить, наверное, мало кто будет. Этого не видно, да? Последнего. Дайте рыбу, пожалуйста. Блин, хорошо, что напомнила, я сейчас тоже поем. Крест, Паш, совет уже дайте. Вдруг сяду по мане за эти две минуты. Хотите узнать, сколь могущественно плеть? Это заклинание еще не готово. Во имя короля Лича. Дайте рост. Забери, забери. Мне тогда хуя раньше ловить. Трэш лучше бей. А здесь было давать звездопад, он откатывается в последний момент, но мне не пропнуло. Короче, два или три раза было так, что прям на долю секунды захиливал мне откуда. 16800, как обычно, блядь. Хороним тебя, как подобает. Вот видишь, на гранде, рядом никто не может дать больше 17 ЗСУ. Ну а шо, я АДК все-таки в топе, я же сколько там, то 18, сколько там? Сторожило 22 000. 16. Какой РДПС? 325. Ну что, все на такие ради собирали? 320, там 300. Сейчас первый рейд был 356, и я там упал на втором трэше, что ли. Через минуту боя упал, короче. У меня 19 был бурс. Вот бы пойти рогой в тот рейд, где 370 РДПС с истерией, там 22 там, можно да, выдавать вообще. Не знаю, вообще 22, но 20-ка была. Учитывая, что сейчас 19. Считай, это минус... сколько? Минус... 20 секунд боя. А истерия кому? Ну, мне кидали. И триксы, да? Ну да, обмен триксами есть. И... А триксы одни? Ну, я с люди обменивался триксами. Выкинуло. Что, все, можно расходиться. А тебе ПС куда дуть? Та толк у меня от нее.
Кислин кидает, знаете, что ты топ, это всякие фэски, там, хуиски, это от него к цепочкам кидают. А, кстати, Трисси обошел этот в топе ДК. Блин, я забыл лут разролить. Сейчас я буду. Кому-то надо вещи вообще с сундука? Сейчас я пойду вернусь. Скорее всего, он пропал, короче, и все. Сейчас я попробую. Куда идем? Чумка, может? Вообще не прущая тема. Воля прокает на хосту, это бред. Ой, не то что бред, а дерьмо. Стенька, че ты ФК? Покоритель. Да не забыть на перестазыцу. Бля, зачем? А, вот уже, это есть. Хорошо, что ты сразу им не ходишь. А че тут понял? Зачем я это тут собрал? Суицидная, передай, пожалуйста, Таркозу. Таркоз выше ППР. Эмбизон. Бизону тоже надо. Партамс, ты где? Кидал он мне, или он. Вот сейчас, подожди. Есть у кого-то скады? Кто? Есть. Скады. Линкануть эту сука. А трэшу надо или что? Не-не-не. А линкануть еще в трэш, да? Ну что ты вообще, блин, Тоби 16к в этом рейде дал. В другом 17. Ну че? Чем ты так лишь 10к? Все, ну РДПС решает. Ленточку там, кто ей остался, собаки. Что там собаки?
короче, там отделяночка, да. Сорок пять ты выиграл. Там Вадим бог не будет. Так, я невидимость прожил. По рейнджу у нас будет две совы. Ладно, не так скажу. Кмели Сунели, Хилика слева от босса. Джулиан. Атомск. Сзади босса. Вайлмэджик, Тоби. Уворот. Это 6, верно? И справа от босса. Хаба и рот наоборот. Пойдем за линию. Че? Эй, ты, как он? А я на ранже? Не. Что все так? Маги под боссом. Скажи еще раз, кто на ранже. Ты не на ранже. Хорошо. Джулиан справа. Вроде как. Не, подожди. Джулиан. Уже забыл, короче. Я с Хмели слева стою. Значит, Джулиан и Тоби сзади босса. Вот так. Каба и Рот справа. Отлично, порешали. Рот иди. Все подтвердили. Так, где там этот чек? Вот он пошел. Погнали. Геру, ну Тоби, давай Геру. Что ты не даешь Геру? Жалею. Не стесняйся. В мини-зоне будет большой слизень, 8 секунд. Тоби, подальше. Отойди чуть поближе к боссу. Забирай большого слизня. Смотрите, новая лужа. Я не хочу ругаться, но вы заставляете. Вам сказали, кто где должен стоять еще до пула босса. Ну бро, что ты встал слева от босса? Тебе же сказали, где вставать. Амар, Бизон, он на ренже стоит или на мирезоне? Там как-то непонятно. Бизон под боссом должен стоять. Бизон, что ты стоишь? И не на ренже, и не под боссом. Такой рот наоборот, сейчас посмотрю мои. Ма, Бизон, встань под босса. Блять, вот дрыгатня на него кинула. Сейчас бы стоял бы чуть ближе, зарыгал бы веселее. Я кихнули. Встань под босса. Разница в том, что надо выполнять команды РЛ. Будет это, блин, ВП. Бизон, ты в РК? Вот сейчас будешь получать ГП, короче. Я тебе сказал, что делать, ты этого не делаешь. Еще раз такая фигня будет, получишь ГП. Поэтому я всегда РДДшниками в рейндж прошусь, потому что мили бить это пиздец. Атомск прожимаю. Крейси, вот я должен стоять с хантом рядом со мной сейчас. Все кроме ханта. И сова, и шипы, и танк. Не, ну это уже другое попробую. Ну я не знаю, сколько сюда раз мы ходим, вы не можете учить одну вещь, что босс кидает три губительных газа в рейндж-зону. Олег, выйди. Олег, чтобы выйди. Все не заблевывали.
Да ничего страшного. Все не заблевывались, нужно рейндж набирать. Да, ты заблевал всех, потому что из-за тебя набирали другие игроки рейндж, теряя время и ДПС. Что-то надо кому-то? Ролят люди с пэром 1 и 0. Больно. Сегодня в первом рейде упала травма, объект шип, и они никому не нужны были. Так, ну, ты видел тот рейд? Так там все мусор, кроме шипа. Сколько, кстати, в первом рейде был ДПС? 156. Сколько? 356. Был бы, наверное, 370, если поезд не упал. Там просто одна смерть была, там было на бурсте, на бурсте было. Подожди, я штатки тоже ролю. После первого еще было 380. 55. А посмотрим, сколько у меня. Так, у меня больше. Ага. Блять. Мне 50 вот. Ваня с пульбосса случайно. Не будем падать, да. Я ходил еще хил, давай пойду. Мешок не пропал. Так сказал бы, что он проплачешь. Не смотрю на ПР других игроков. Ничего страшного, но все равно не выпадут ботинки. Сейчас две пары выпадут. Олег, сразу не ходишь этим престолом в рейд. Не, это было бы хорошо, если тебе пары сразу выпадут. Три ботинка упадет. Слышь, Олег вспомнил из Ведьмака. И две пары для вас, козлы, я был прямо. Ведьмак головного мозга. Там, там где они в пещере, это сталером тусовали. Может, ближе к пенсии как-нибудь скачаю Ведьмака себе поиграть. Так ты обоссышься просто от смеха. Второй Ведьмак четкий. Там, он... там шкаф ставьте. Стоит. Там он матерится, троллей учил. Ой, лом. А это этот агент, который ебан, как не. Тыкайте на сомы. Давайте, все готовы на рожу, выходите, танки, начинайте. А куда сносить, где мир? К шаманам. Кто ты, мам? Я в мире, я в мире. Человека блюет. Опа, я завис. Вылетай, 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 вылетай. Наверное, он так и будет. Че, блять, опять Путин виноват? Не, повторяйте. А не, я слышу РК. Да, но чер завис. Ну дайте каплю, я просто не сработал каплю.
хильки протопало хорошо. Гимнах почитать. Нормально, зачем? Прожми сакру. О, я зашел. Это ГП, да, Ваня? Что? Не знаю. У Вани, если тапки падут, Олег их не заберет. Да я знаю. Я на это надеюсь. Да не заберешь. Это... Не заберешь, ты вышел из тела. Может, упадем, чешу? Не надо падать. Зачем мы две споры в мельзоне ставим? Все равно тапки не упадут, чего вы паритесь? Я помню, как-то забыл зайти за тапками. Специально шел с уролом на креста и забыл зайти, и тапки выпали тоже. Зато потом, когда я выпал, я его забрал. Сейчас еще два ботинка выпали, да? Скажи. Конечно. Заходи на этого. О, посмотри, а можешь передать этот лут мне? А есть в луте? Не, нема. 4 человека только хватит. Было бы забавно, если бы там тапки были. Ваня, давай спрашивай. Там на осколке. Ты? Да, предпоследний. Раз. Ой, штаны у Хилики, возьми, я ему дал. Один остался. Он дал. Камешок, наверное, у Олега. Говоришь? Мешок с кораблей у тебя? Да. Даша урохи просит. Yes. Дайте шкаф. Ничего себе, а это... Ты ж не кикал в Мэджика? Не-не, он тут в рейде. Тогда они мэджик. Подождите, заходи, у нас ивент начался. Чтоб он бы хорошо зашел. О, смена цели пишет. Хорошо, что у меня есть скиллы хила на панельке, я смогу выжить. Да. А я как-то как этим хэпалом не научился. У вас рейд едет только чисто так, о, чтобы не падали. С этих мобов падает берега хорошо. Как и надо. 38 штук, нифига. Олег, сзади друзья бегут, у тебя стой. Ой, нету вроде. Это бисовый этот грудак моя рога, да? Не, это мусор. Роги же перчи берут. Не могу найти эту фигню, а... Не, на мушку это бисовый. Бисовый на танк грудак. На мишку. Пушите рыбу. Что тут надо сказать? Вам надо ставить АТМ на силу? А, два шамана, если тогда можно и поставить. Тоби поставить АТМ на силу перевода. Раздевару кинешь опять косноязычие. Будем стопать дамаг. Ну, стопать дамаг. Атак на сейф. Крест по хамту. Че, кресты раздам всем. Ждем мага. Маг готов. Счастливый. Ты умеешь, ты помнишь, как пить это всю фигню? Это? Пей столик. Первого не замедляй. Дайте крест по магам, потом бафает, просит. Пуляй босса вот, по-клонски. Сейчас служа пойдет в РДД зону. Смотри, оба, две штуки.
Стопаем по профу 87 76 85. Стопайте по профу 84. Веди профу к зеленому. Или не надо? Не надо. Миленький, давайте к зеленому мобу. Поклонский, что-то забыл как танчить. Это миленькие шины. Такие. Играйте все в зеленого. Еще не подойдут к нему. Но на мне. Двигайтесь быстрее. Все, к столу теперь бежим. К столу, все к столу. Миленькие тоже отбежали. Но теперь надо передать. Почему надо передать? На ком зеленый добав к столу? На ком зеленый добав к столу? Крот наоборот и Джерри. Бизон передай чуму. На ком зеленый добав, бейте в спину зеленого и отбегайте в звезду. Звезда в центре комнаты. Отбегайте. Звезда в звезду сбегайтесь. Плохо. Будет взрыв. А нет, не будет. Сбегайтесь. Почему не было взрыва на зеленом? Это магия? Прожал кош какой-то. Дэвид Блейн, блядь. Где? Суицидно, поднимай Атомска. Атомск, поднимешь рот. Вставай сразу, поднимай рот наоборот. Он, короче, под стол забежал туда. Как-то интересно. Так, сейчас будет красный. Давайте пристабав, интеллект. Каску по дрейду по присту. Классно. Бизон. Да, бизон чуть не очень. Рожжи стоит на нем, ловит пельмени. Плохо. А, или тебе эти красные. Анбафи это жопа, если ловишь пельмени. Здесь будет зеленый. Прибежали в ДД зеленого. Давайте переключаемся в зеленого, отбегаем в звездочку РДД, там пельмени идут. Зеленого. Тоби словил пельмени, но молодец. Скиллованные милики сразу отлетают к профу, чтобы бить его без потери ДПС. Без колба на секунду. Пельмени. 43. Меди пока 8. Стопаем по боссу, 40% уже. Там можете спеть гимноману, пока залети на хилам. Играем все в красного. Бежали к пельмени, только 2% до переходки. Сейчас мы убьем красного, бизон, и ТРСом станешь. Вставай. Забафайте мага, переводим профу. Три пельмени в звезду летело. Потом зеленый добавок к столу отходим. Звездочку. Так, давайте. Пришло время дать рост, переключиться в слизней. Там, милики, отбегайте в звездочку. Когда вас откинет. Блин. Лям еще на зеленом, плохо. Сейчас будет ретаргет на меня прямо. Сбегайтесь в череп. Наверное, ретаргет красного будет, да? Или нет? Нет. Нет, не будет. Все тогда. Идем так. С друиды, кто не заливал иннеры, эксиблиевому надо залить. Три стака, счастливо забери. Пельмень число, я смотрю, оба. Так, сейчас получаешь 4 стака, счастливый.
Машульника, если есть диван на звезду. Диван. Хотя ладно, не надо. Уже 400к. Пусть дома будет кто-то из так. Опять завоеватель. Спасибо, что передали мне чума, еще сумру не передам лут. Круто. Поднимай меня. Рис уже. Кто там рулит завоеватель? Да, вот тебе обычно путин. Пойду 2 минуты. Осталось 5 боссов. Прошел час. Осталось часик посидеть. Осколок ты не отдал? Ну там не было, наверное. Был, где то там ближе всего к лупу? Давай меня лутим. Идем. Пизда. Кружок. С парки принимай сумму. Эксоблин, ты зайдешь в игру? Я уже сама не ложу. Парки принимай сумму, надо убить трэш. Отдохи. Хилан, вы не сможете захилить. Отошел. Сейчас я приму. Давай пройдем 2 хила, надо только звездочку застанет, там экстримка, кружок, машуленько, играйте в этих мобов, сейчас кину. Думаю, вы просто... Все. Там кольцо загнут, не пес. Стримка пошли со мной, Машуленька и Тересна пошли тоже. Стрим Павла сейчас будете контролить. Так, Майк Стримка, пускай звезда, Машуленька кружок, рот наоборот, квадрат, Жулиан, череп, Пилика, там... Крест, ДБМ на пол, пошел дети контроль, посмотрим, кто скиллован. Так, раз, два, законтролили, 3, 4, норм. Давайте квадрат играем. Думаю, его сейчас с контроля уберут. Тяните рандомного чела. ДК у вас есть, войско мертвых?
Да. Да, сейчас сагрим, то трэш возьмите под него. Вот этот трэш стада. Есть еще кружок и звезду прилететь заливать. Плани на них небес маленький сюда. Давайте пошли один трэш, просто с пула вырываемся, звездопады там. Я долгомую поступь. Так, ДДК танчит двоих на пул на Поклонского. Талдорама надо напулить на Поклонского. Больше трэш, а... больше трэша. Давай, а ты кольцо сюда, дай ему. 5 секунд, 4, 3. Давай, сейчас умер, смотри. Минус. Как? Звезду там станьте, кружок, роги, палы. Поднимайте павших, пока боя нет. Бизону даже нечего отнимать из этого ИП. Ребята, и тут бизон, рот наоборот. Метку этот, заметка ему минус, все. Абзе. Знаете? Это новый, я не знаю. Пожалуйста. Берем пока так. Ладно, минус опускай, пока будет, а там посмотрим. Ну вот, а я шар потратил немножко. Куда сходить-то? Сука, 25 гер совета, идешь, нет? Пошли. Давай подождем, пока выкинем. Сумона нет? Есть сумон, лок, смани. Побывал сейчас в РК этих джиперсов, криперсов. Пообщался там с людьми. Что там? Ты ничего нового не узнал. В общем-то. Мне сум этот. Почему-то я нажимаю принять, а он не принимает.